Что делать, если у вас не устанавливаются последние обновления операционной системы Windows 10? Причины такого могут быть разные, начиная от пиратского ПО и заканчивая отключением автоматического обновления, либо же обрывом связи сети интернет и так далее. Есть несколько простых способов скачать эти обновления сторонними методами. Перейдем в просмотр журнала обновлений и посмотрим, где были сбои при установке обновлений. Раз сбой и два, то есть не установлено два последних обновления за февраль и за март. Также можно видеть, что предыдущие обновления тоже давали сбой, но позже все было исправлено. Это видно по буквенно цифровому коду. Это уже другие обновления. Сейчас нажимаем на то обновление, которое по той или иной причине дало сбой. Будем делать по очереди это. Итак, что нам нужно сделать? Копируем буквенно-цифровой код пакета обновления. Листаем вниз. Здесь мы можем почитать, что за обновление, что было исправлено, что было добавлено или урезано. Переходим в каталог центра обновления Microsoft. И в поиске вставляем наш буквенно-цифровой код обновления. Нажимаем «Найти». Нам предлагают выбрать обновление для вашей операционной системы. В моем случае это Windows 10 на базе процессоров разрядности 64. Нажимаем загрузить. И получаем целый пакет обновления. Ну что же, мы получили все наши неустановленные обновления. А теперь поочередно их устанавливаем, в зависимости от даты выхода. Таким образом, обновление было установлено. Перезагружаем наш компьютер и посмотрим в журнал обновлений. Таким образом, мы смогли установить пакеты обновлений в операционной системе Windows 10 автономным способом при помощи скачивания из каталога центра обновления Microsoft. Также можно повторно проверить, нет ли каких-либо других обновлений, пройдет ли проверка обновлений успешно или нет и так далее. Кстати говоря, после перезагрузки компьютера, после обновления операционной системы, вы можете наблюдать какие-то лаги либо зависания. Ничего в этом страшного нет. При следующей перезагрузке компьютера все станет нормально. Ну вот теперь обновление прошло успешно, точнее ее проверка. И я думаю, что все остальное обновится автоматически. В принципе, вот что должно получиться после ручного обновления.